Здравствуйте, дорогие телезрители! Я стою рядом с витриной, где представлены офицерский кафтан императора Николая II и платье императрицы Александры Федоровны. Это лишь два предмета гардероба царской семьи из многих, которые можно увидеть на выставке в музее-заповеднике Коломенское, откуда наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти». В этом зале у нас детские платья именно девочек Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. И тут кое-что есть, что мы можем сказать конкретно, кому принадлежало. Например, вот эта платьица, есть фотография, где в одном из альбомов императорской семьи, фотоальбомов, вот в этом платьице сидит Анастасия. Конкретно в этом. Здесь также представлены летняя пальтишка с вышивкой из белого пике и вот такая накрахмаленная батистовая шляпа, в которых тоже ходили великие княжны, и сохранилась масса фотографий, где они вот в этих шляпах. Вот одна из них представлена здесь. В целом же можно что сказать? Что это, так сказать, не только вот платья, которые там вот принадлежали великим княжнам, в таких, точно таких же платьях ходили все, ну, практически дети достаточно такого, ну, не то чтобы богатого, ну, даже, я не знаю, дети дворян, дети там, не знаю, интеллигенции, дети купцов, не было разницы. То есть, таким образом мы можем еще и посмотреть, вообще, что носили дети в конце, в самом конце 90-х годов 19 века и начало 20-го. Вот. Туфельки все выполнены, и ботиночки, фирмой Ян Каменский, которая тогда находилась в Варшаве, скажем так, Российская империя, но все-таки Польша. Вот. И единственное, чего, как говорится, не могли себе позволить обычные девочки – это вот таких вот платьев, парадные придворные платья, которые были сшиты на Ольгу и Татьяну к церемонии крещения наследника цесаревича. Вот. Там была тоже сделана достаточно интересная фотосессия. Официальные фотографии встречаются и в альбомах, неофициальные фотографии, которые сняты там Александра Федоровна, где вот Ольга и Татьяна в них. И вот они так поставлены тоже в витрине, соответственно, сохранившиеся фотографии. И вот здесь тоже такие вот летние платьица, которые тоже носили вот девочки. И опять-таки мы еще стараемся показать фотографии, и вот аналогичный предмет, так сказать, вживую. То есть предметный мир, который, так сказать, оживает, как бы сходя с фотографии. Вот принцип такой был, общий принцип выставки. Как бы вот предметы, вот фотография, вот дети в них. А вот теперь вы можете представить. Не просто посмотреть на фотографию и что-то там такое, вот эта вещь, вот эти дети, вот эта вещь. Основная мысль выставки была именно такая. Что-то получилось, естественно, не все фотографии сохранились, не все изображения сохранились, но то, что и сохранилось, мы максимально вот сюда добавили. Что-то нельзя было показать здесь, потому что это фото из альбомов, поэтому, естественно, оно не может быть подано, но в каталоге оно есть. В этом зале в двух витринах мы видим игрушки, принадлежавшие детям последнего российского императора. В частности, здесь вот три куклы такие нарядные, производство Германии. Но вполне возможно, что платья, они были выполнены во Франции, потому что зачастую так бывало, что вот, как бы, платья французские, куклы немецкие. Но в основном это немецкие куклы, они все имеют определенные клейма там внутри на голове. Вот. Эти куклы, если экспонировались, просто я должна сказать, что вот эта кукла, вот эта вот шатенка, она экспонируется впервые после реставрации, поэтому до этой выставки ее никто никогда не видел из публики. Здесь, в этой витрине, значит, мы видим знаменитого медведя, который, наверное, кажется, уже ходил, экспонировался на огромном количестве выставок. Также собаку и кошку. Медведь тоже немецкой фирмы «Штайф», потому что у него, значит, в ухе там такая специальная клипса, которая вот четко, так сказать, указывает на его происхождение, даже на время его изготовления. Ну и внизу пальто, сорочка, кофточка, там шляпка, чулки и зонтик. Просто кукольные вещички, которые переодевали куклы-девочки. И, собственно говоря, вот как иллюстратив
этого всего. Вот идет вот эта вот фотография знаменитая, где дочери сидят вот в обнимку с большим количеством своих любимых кукол. Что вполне возможно, что даже вот эти куклы, судя по изображению, вот они сидят вот в этой витрине. Здесь мы видим маскарадный боярский костюм царевича Алексея Николаевича и, опять-таки, фотографию, где он изображен в этом костюме. Не совсем понятно, к чему именно он был шит. Как-то вот не сохранилось воспоминаний, но фотографии сохранились. И такое вот розовое муаровое пальто тоже сохранилось. Значит, фотография, где именно Алексей Николаевич, хотя, казалось бы, вот розовый муар и кружево, но именно Алексей Николаевич, значит, в этом пальто. И даже сохранились кадры кинохроники, где вот он в нем там, его так бьет за ручку, ну там 2 годика явно. Вот. Ну и вот знаменитый тоже бархатный синий костюмчик и ботиночки, тоже принадлежавшие наследнику цесаревичу. То есть здесь как бы вот с одной стороны куклы, с другой стороны вот младенческие годы, ну такие цесаревича. В этой комнате мы видим предметы, принадлежавшие старшей дочери Ольге Николаевне и второй дочери Татьяне Николаевне, так сказать, вот это вот старшая пара, короче, да, вот в этой комнате. Здесь платье, которое совершенно точно определенно принадлежало именно Ольге, с метками, принадлежавший ей берет, детали ее туалета, саше, тоже очень красивые, с метками ОН. Дальше вот здесь тоже шляпа Татьяны Николаевны и ее платье. Даже вот, невзирая на то, что, казалось бы, обе дочери были очень стройные и такие высокие, видно, что у Татьяны более тоненькая, более такая субтильная по этому платью. Даже оно вот отличается от платья сестры. Дальше здесь, значит, большое внимание уделено образованию детей императора. Царские дети получали домашнее образование. Обучение начиналось в 6 лет. И за подбором преподавателей внимательно следила сама императрица Александра Федоровна. Известно, что Петр Васильевич Петров, подполковник, чиновник Главного управления военных учебных заведений, руководил также процессом и обучения, и предлагал, подбирал учителей, предлагал их на рассмотрение императрицы. Дети обучались 6 лет русскому языку, английскому и французскому, а с 10-летнего возраста – немецкому языку. Изучали арифметику, историю и географию, рисование. И очень большое внимание уделялось подвижным играм, танцам, плавали на байдарках, катались на велосипедах, играли в лаун-теннис. Вся система воспитания была построена по английской методике. Занятия длились круглый год с перерывом на пасхальные каникулы. Все 6 дней в неделю, включая субботу. Но семья была очень набожной, посещали все воскресные службы, отмечали все дни ангелов и все церковные праздники. Среди учителей были как русские, так и иностранные учителя. Петр Васильевич Петров обучал русскому языку и был воспитателем цесаревича Алексея. Были приглашены швейцарец Жиляр, англичанин Гибсон, художник Кордовский и другие преподаватели. Великим княжнам и цесаревичу ставились отметки, и велись табели, и делали какие-то замечания перед тем, как передавать вот эти документы на просмотр главной воспитательницы. А этой воспитательницей была сама императрица Александра Федоровна. Хотелось бы действительно акцентировать внимание на Петре Васильевиче Петрове, на его характере, совершенно ангельском, как на мой взгляд, на его терпении. И вообще, так сказать, вот таких учителей бы да побольше. На нашей выставке представлены уникальные документы, рисунки, фотографии, которые представил Государственный архив Российской Федерации, и часть из них экспонируется впервые. Дети писали открытки своим любимым родителям, друг другу и преподавателям. А родители, особенно Александра Федоровна, учили детей быть очень вежливыми, внимательными и слушаться преподавателей. Любимым преподавателем был Петр Васильевич Петров. И вот письмо младшей к
княжны Анастасии Николаевны Романовой, которая написала своему учителю следующее. Это письмо сопровождается картинкой. Это три таких свинки сидят задом к нам. Читаем. Ванючка ПВП, это значит Петр Васильевич Петров. Диктовки не будет. Слышите? А? Три вопросительных знака и три восклицательных. Адьё по-французски. Вот и все. Ухожу. А.Н. Анастасия Николаевна. И какие теплые, прекрасные письма в ответ писал сам преподаватель. Распречудесное письмо ваше, Анастасия Николаевна, получил. Одни печати чего стоят. А письмо было запечатано в конверт со многими-многими красными и розовыми сургучными печатями. Когда мне подавали письмо, я за две комнаты догадался, что оно от вас так уж хорошо запечатано. И так сургуча вы не пожалели. Что же делать? Зато хорошо, что вы пожалели бутаперчего мальчика. Когда я его читал в первый раз, я чуть не заплакал. Посылаю вам книгу, которую вы будете читать вместе с Марией Николаевной, это сестрой, и Екатериной Адольфовной, это воспитателем. То есть вот это... теплая и в то же время с мягким юмором атмосфера царила в этой семье. Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Детский мир семьи императора Николая II», которая работает в музее-заповеднике Коломенское. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До свидания!